Второй день протестов в Киеве. Перекрыто движение по Крещатику. В то же время на площади перед украинским парламентом продолжаются протесты шахтеров. Уже вторые сутки они требуют выплатить зарплаты, призывая к реформе в угольной отрасли. В начале недели глава Министерства энергетики Украины заявил, что скоро могут закрыться 11 шахт. Угольная промышленность страны, в которой заняты сотни тысяч горняков, серьезно пострадала из-за конфликта в Донбассе.